Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области предложили вернуть торговлю алкоголем с 10 утра. Инициативу внес депутат УЗС Михаил Ковязин, сообщают бизнес-новости в Кирове. Не так давно, напомню, время продажи алкоголя в регионе расширили. Торговать можно теперь с 8 утра до 23 часов. Ранее было с 10 до 23. По воскресеньям и в праздничные дни среди недели до 22 часов. Причиной такой обратной инициативы автор называет поступающие многочисленные обращения от жителей, чиновникам, депутатам и в правоохранительные органы из-за ранней продажи алкоголя. Принятие документа, по мнению Ковязина, будет способствовать обеспечению общественной безопасности в ночное и утреннее время. Под действие закона в случае его одобрения попадут 452 юрлица и порядка 700 ИП, осуществляющих розничную продажу алкоголя в Кировской области. Экономика. На приговор Шульгину подали кассационную жалобу. Защитник бывшего сети-менеджера вновь обжаловал приговор. Напомню, что ранее Илью Шульгина, а также бывшего руководителя УДПИ Алексея Ишутинова признали виновными в превышении должностных полномочий при приемке камер фото- и видеофиксации, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. Шульгина приговорили к 2,5 годам лишения свободы, Ишутинова к 1,5. Позднее защитники и представители потерпевших обжаловали решение, но приговор был оставлен без изменения. Теперь защитник Шульгина подал кассационную жалобу на апелляционное определение, сообщает портал «Источник онлайн». Она была принята к рассмотрению. Срок для предоставления возражений 12 июля. Затем жалоба может быть направлена в 6-й кассационный суд общей юрисдикции. В эфире «Экономика». За полгода вторичное жилье в Кирове подорожало на четверть. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир». Сейчас средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в областном центре 86 300 рублей, а средняя цена за квартиру 4 737 000. Средний ценник на квартиры за второй квартал в Кирове вырос на 12%. По этому показателю наш город оказался на первом месте из 70, в которых проводился мониторинг. За последние полгода рост 25%. Это также самая большая цифра по стране. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».